Приветствую вас на канале Мир Ирины, постоянных моих зрителей и гостей моего канала. Сегодня мы встречаемся опять на моем подоконнике. Я выбрала место для съемки подоконник. И сегодня я вам хочу показать свои агавовидные эхеверии. Я как-то осматривала полки и заметила, что у меня уже приличное количество собралось эхеверий именно этого вида. Возможно, у меня еще есть какие-то эхеверии, которые относятся к агавовидным. Но пыталась найти список эхеверий, списка мне не попалось. Может быть, я плохо искала, может быть, неправильно вбивала в поисковик, но как списка такового этих эхеверий я пока не нашла. Есть информация про отдельные виды, а именно сколько видов агавовидных и кто к ним относится, я не нашла. Поэтому определила свои эхеверии на глазок. И еще хочу вам немножечко похвастаться, что я на канале «Зеленая жизнь» у Надежды увидела обзор на штативы для съемок. Надя уже испытала много штативов и советовала один из них. И сегодня я пойду заберу штатив и буду вам уже показывать пересадки в более удобном ракурсе. Потому что тот штатив, который у меня есть, он как бы не очень удобный. Короткий, и вот я просто держу телефон в руках и снимаю. Но это такое небольшое отступление. Теперь приступаем к эхевериям. Вот такая эхеверия Эбони. Она мне пришла недавно. Она даже еще не укоренилась. Не укоренилась. Еще вот такая вот Эбони гибридная. Такие вот у нее красненькие кончики. Боюсь, что они у меня не сохранятся, эти кончики. Но буду надеяться и стараться, чтобы окрас сохранился. В условиях квартиры дать достаточное освещение намного сложнее, чем на улице, на дачном участке, либо же в собственном доме. Есть у меня вот такая вот эхеверия Мария. Она вариегатная. Я надеюсь, что камера отобразит ее вариегатность. Вот такая Мария. Вариегатность сохраняется, несмотря что и под лампами. Затем эхеверия агавовидная Сириус. Ну, под моими лампами она немножечко цвет у меня изменила. Когда она мне пришла от Оли с канала «Самоцветы», она была намного ярче. Вот такая. Это Рубелла. Она у меня зеленого цвета. Очень красивыми становятся агавовидные. Я видела у девочек, кто выносит их на улицу, на солнечный свет. Либо же даже на балкон. Они уже приобретают другую расцветку. Эхеверия Цитрина тоже поменяла цвет, стала более зеленой. А так, когда она ко мне пришла, она была такая желтовато-зеленая. И последнее, что я вам хотела показать, это, возможно, вот эти две точно, они Миранда, вот две. А вот эта, она у меня куплена из Магнита.
Купила я ее зимой. Она была такая прям, кривенькая. Ну, как обычно в магазине чувствуют себя растения. Не очень хорошо. В новогоднем таком кашпо было вставлено. Стаканчик с этой эхеверией был вставлен. Ну, в общем, я ее купила, и она у меня хоть и зеленая, но очень стала красивая. И вот две эхеверии. Ну, так получилось, что у меня оказалось две эхеверии одинаковые. И, возможно, вот это тоже миранда третья. Ну, ничего страшного. Вот так. Впоследствии, возможно, одну из них я предложу на продажу. А вот две все-таки оставлю. Буду наблюдать. Вот из магнита, и который я заказывала под собственным названием. Будут ли они отличаться в течение какого-то времени. Ну, агавоидные по уходу. Очень долго можно их не поливать. Очень долго. Это у меня была самая первая. Это вот из магнита. Этих эхеверий у меня не было. Это буквально за весенний период, весенний, летний, у меня собралась вот такая коллекция агавовидных эхеверий. Ну, грунт обычный, как и для всех эхеверий. И еще у них такая особенность, по которой я отличала, это вот заостренные вот такие вот удлиненные листики. Вот у всех агавовидных эхеверий вот такие заостренные листики. Напишите мне в комментариях, какие еще вы знаете агавовидные эхеверии, и я по вашим рекомендациям составлю список. Возможно, куплю еще другие виды. А возможно, они у меня стоят на полках, и об этом я не знаю. Когда стала ставить растения на полку, то заметила, что не сделала обзор вот на эту агавовидную эхеверию. Это Гилва Ред. Вот такая эхеверия. Она должна, ну, видите, вот на кончиках цвет другой совсем. Но если Ред, возможно, она должна быть красная. Но у меня, конечно, она приняла вот зеленый вид. Тем не менее, агавовидная эхеверия Гилва Ред. Вот такой обзорчик я вам сегодня сделала. Пока-пока, ваша Ирина.